Встреча со звездой. Так называется проект лицея номер 2, где не первый год проходят встречи с известными политиками, спортсменами, учеными. Гостем учеников лицея на этот раз стал известный американский музыкант Марк Ван Вилден. На протяжении 25 лет он, благодаря своим навыкам игры на фортепиано и звездному голосу, имеет много поклонников. С концертами Марк выступал более чем в 15 странах мира. Прикоснуться к прекрасному, окунуться в мир музыки собрались сегодня девятиклассники в зале Национальной библиотеки. Многие ребята сами поют и играют на музыкальных инструментах. Как отмечают организаторы мероприятия, знакомство с известными и успешными людьми и их профессиональными навыками помогают школьникам в учебе и расширяет кругозор лицеистов.